И так продолжаем вспоминать. И вспоминаем мы приезд троицы из Турина под громким названием «Эйфель 65». Давайте посмотрим, как это все происходило. Чтобы было живое восприятие концерта, достаточно увидеть, как работает Мерфи. Море поклонников, море рук, и все они пришли для того, чтобы нормально отдохнуть и оторваться, потому что акция «Мир развлечений без наркотиков» проходит не только в «Стриге», но и в «Пятом элементе», но и даже в МДМ, потому что все, что мы делаем, это самое главное. Отвлекаем молодежь от дворов и от всего остального, что может привести к употреблению наркотиков. От такого гастрольного графика большого нужно как-то расслабляться. Употребляете ли вы наркотики или как-то по-другому расслабляетесь? Но. Абсолютно нет. То есть абсолютно нет. То есть к наркотикам ни отношения никакого. Только женщины, да? Сололедонны. Ну а теперь, дорогие телезрители, вы видите самое настоящее выступление тех гостей, которых вы так ждали. Смотрите.